Тадын! Приветик всем, девчонки, мальчишки! У кого какие дела? Пишите. Сегодня у нас суббота. Семейка вышла на прогулку. Да как, кстати, погода парит, но в теньке капец как холодно. Знаете, кто в майках, кто в свитерах, непонятно. Я мало мою шапку напялила. Кто в мини-юбку. Да, кто в мини-юбке. С жопой голой. Наверное, снимем у моря Давиду шапку. Не, не надо. Я постоянно со страхом, чтобы моему ребенку не было холодно. Ну, такая я. А мы идем, мне надо купить малому масло для массажа закончилось. И мелин закончился. Я уже днем грудь не даю, и малый кушает молоко. Это порошковое, 180 грамм, уже выпивает их за раз. Молодец, умничка. Кушает, кушает, растет, Давидушка. Мы хотим зайти сюда, в наш Карифур, возле дома, посмотреть, если нету молока. А если нету, придется идти ехать аж или в Иперкоп, или в Эсалунгу. Ну ничего. А потом пойдем на рынок купить фруктики. И так прогуляемся. Потом будем кушать, будем убирать. И так день не пройдет. Такая вот суббота будет. Как всегда. Как всегда. Как всегда. Такие красивые сумки. А Давидушка хочет на ручки, как всегда. Ай-яй-яй. А мама, как всегда, с коляской. Тут у нас продают все. Разные цепочки, сумочки. Разные штучки. Тут разные шарфики. Там кошелечки. Тут разные штучки сделаны своими руками. А это свечки парфюмированные, разные цепочки. Вот такие красивые. Классно. Вазочки. Тут мыло пахнючее. А тут своими руками сделано, вот когда рождается ребеночек. Классно. Смотрите, какие маленькие тёпики. Вообще офигеть, смотрите. Дяма-дям. Такие банданочки маленькие, классненькие. Короче, товарищи, подошли, мы там продавали маленькие вещи, и там такие банданы детские классненькие были. Думаю, давай купим малому, да, потому что уже жарко. 25 евро. Я так, что? Я еле не дослышала, не прислышалась. 25 евро. Я офигела. Да, Мур, ну что это? Это же то, что там ты идешь покупать в Zara, там, или Mango, или там Benetton, или не знаю что. Это просто рынок. 25 евро. Что-то и в руках. Не, или... что-то они подумали, что мы с тобой или какие-то туристы. Ну, наверное. Ну, по нам не скажешь, что мы туристы. Где ты, простенько? Короче, баба еле прикололась. Но реально цены были прямо сверху прицеплены. Я просто в шоке, друзья. Или то, что это сделано, может, своими руками. Я не знаю, что так дорого. Я так проглотнула, говорю, Давидушка, извини, мамочки, но мамочка за 25 евро купит тебе и кофточку, и шапочку, и носочки. Не, не стоит это делать. А, типа из льна? Так, ну и что? Так на лето банданы так и делаются из льна. Ну не 25 евро банданы. Бери банданы за 5 евро. Ну не за 5 евро. Ну посмотрим. Мы как-то, может, на неделе поедем на Шиперкоп, зайду уже в Хачандем. Мне нужно малому уже все летнее покупать, уже жарко. Ой, такой клоун, да. Тут, кстати, поставили очки в акции. Малый плачет. Леночка себе купила за 10 евро очки и чика. Видели, там было и за 80, и за 90. За 35 самый дешевый, но от этих спортивная там какая-то марка, не помню. Да. А Давидушка хочет на ручки. Идем. Эх, Давидушка, эх, да, морики. Да? Да, он хочет дзызу, чтобы ты ему дал. А, еще что хочет там? Попопи, попопи, чуть-чуть, попопи. Так, попопи. Она хочет спать, глаза вот закрываются. По-попи, а хочет, чтобы дзызу хочет. Волшебные ручки мамы. Давидка спит. Сейчас пойду быстро на рынок, куплю фрукты. А Жорик, посидишь с ним в парке? Наверное, да. Говорю, Жорик, на камеру сними, как мало у меня на руках уснул. Жорик берет камеру, она падает, и прямо этим стеклом, блин, на цемент.
у меня дыхание прям остановилось. И что, нормально, живу, у тебя моя камера. Я говорю, Игана, я Жорику с утра нёркую. Солнце, когда ты купишь мне этот телефон, что я хочу, S8+. Горел на 8 марта. Сейчас скоро у меня день рождения, аж 3 июня. Я говорю, солнце, блин. И он мне, с этой камерой будешь снимать, пока у тебя не будет 10 тысяч подписчиков. Я говорю, да, будем ждать 10 лет. Если не 20. Да причем где-то я снимаю для себя. На меня птичка насрала. О, несчастно. Все, море. Иди в спортлото играй. Птичка накакала мне на ручку. А море, это знак. Это знак, что ты купишь мне телефон. Да. И я бы на телефон сразу бы и снимала. Блин, и на говорила. Меня насрал, на тебя насрал. Давай, какашка, принеси Леночке удачу. Да, облизывай. О, Маля, ну ты у меня чукча, ёпарасоте. А чем мне ее вытереть, блин? Или пускай сидит, пускай приносит удачу. Пока не купим телефон, пускай сидит. Пускай сидит. Тут комузон все время в парке классный. Круто. На-на-на. Йо, я Эллен Бостон, и мой муж Джо, и сын Дэв. Мы такие. Вы еще не такие, да? Вы еще не знаете, какие мы на самом деле. Лебедь, 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 лебедь. Скажи, мужа дома, мамочка греет мне молочко. Давай катайся, катайся в люльке своей. Уже вырос, да видишь люлечки. Да, носки, 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 торчат, торчат, носки, мои носки, 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 носки. Тык-тык-тык-тык. Оставьте ручки в лот. Не надо ручки в лот. А, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Чудо ты мое, чудо. Тык-тык-тык-тык-тык. Будем кушать, да? Покормим Давинушку и будем нам делать кушать. Да-да-да. Пи-п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 и
Держи сам. Как ты держишься? Как он держится. Молодец, мамина лялечка. Скажи, приятного аппетита. Покажу быстро, что взяли на рынке. Помидорчики, огурчики, сладкий перец болгарский. Сейчас буду салат делать. Перец болгарский есть. Перец болгарский. Тут из фруктов яблоки, апельсинчики. Жорик, эти штучки как называются, что ты взял себе, как? Несполи. И как по-русски несполи? А ты, да, вот такие штучки несполи. Кто знает, напишите. Кто живет в Италии? Смотрите, может так более понятненько будет. Вот такие штучки. Жорик их так любит, я нет. На вкус как будто яблоко наше, такое маринованное. Ну, короче, ни туда, ни сюда, но на любителя. Потом пенни мы брали... круассанчики, там у меня есть молочко, сахар, хлеб, не буду показывать, салсича, йогурт, бастончины, ну, как обычно. Смотрите, тут у меня Нелсон для мытья посуды я сегодня взяла, вот Давидке взяла масло от Johnson's Baby, кстати, оно типа тут пишет, типа, видите, ноты, типа, что мажешь перед сном, и ребеночек расслабляется, спит до утра сладко, ну, надеюсь, что так и будет. Потом такое мыло Марсилия, кстати, такое хорошее, оно типа идет натуральное с оливковым маслом. Я, кстати, вот этим мылом умывалась. У меня как-то было время, что у меня были такие прыщики, не проходили. И вот я умывалась этим мылом. И, кстати, так хорошо, они все подсохли. Ну, конечно, пятночки остались после них. Но мне реально нравится. А сейчас я этим мылом стираю Давидки кукули. Кукули! Потому что только это мыло Марсилия реально отстирывает кукули с его вещей. Но всегда беру, вот, чтобы было натуральное, типа, con olio di oliva. Типа, 2 евро кусочек. Вот есть, типа, дешевле, там, знаете, по 50 центов кусочек. А я беру аж 2 евро кусочек. Ну, для Давидкиной попки все самое лучшенькое.
И от Киков было в акции Е для душа и шампунь. Вот видите, от 0 месяцев, кстати, классненько. Было по 2,50 в акции. Так что такие покупочки. Я жарю картошечку. Сейчас пожарю еще салсичу с салатиком. И так будем обедать. Обед готов. Картошечка жареная с салатиком, с салсичами. Приятного всем аппетита. Кушать, мальчишки! Твин! Короче, Каша со своим транспортом. Папка на таком кабриолете. И сына на кабриолете. Короче, сели мы кушать на обед. И как раз Галюся, моя землячка с Навары, пишет в WhatsApp, что они хотят приехать в Джилово, погулять там. В парке у нас в Пьяцца Дукали нашей. Типа, давай встретимся. А у меня, блин, дома бардак, столько работы. И глажка, и уборка. Ну, думаю, ладно. Все, оставлю ее на вечер, иду встречусь с Галюсей. Хоть покушаем по мороженому, потому что давно не виделись. Так что у меня малый сейчас как раз будет спать на обед. И пока он спит, немножко с Галюсей погуляю, пообщаюсь. Так что дела подождут. Так что мы идем, бежим. А папка наш на велике едет в Эсселунгу за молоком. У нас тут в Карифуре не было молока. Так что пока мы в парке посидим. А все, давай спать. Папка приедет наш с Эсселунги. Так что папа умеет педалить. Имеет море педалать. Скажи, папка, бери меня на раму. Давай, идешь к папке на раму? Да, Витка, идем гонять лошадей. Идешь с папой? Да. Да, хочешь с папой? Я его переодела, одела кофточку такую потоньше. Но все равно страшно в майке просто его оставлять. Нет, он у меня еще в каштанишках и в тоненькой кофточке. Давай спать, маме. На-ни-на-ни-на-на-на. Что Спи, такое? Моя радость, а у нас нянечка новенькая появилась. Галюсь, привет. Привет. Ирину. Новая нянька приехали приехала. В гости. Как хорошо. Да, Давида? О, Галюсь, а бери его к себе хоть на 3 дня. Мамочка отдохнет. Чтоб ты 3 дня отдохнула. Ага, где наш лебедь? Лебедь на месте. Смотрите, какая огромная рыбеха. И лебедь. С Катюшкой встречаюсь, нянчусь с Лео, да? С тобой встретил нянчусь с Давидкой. Как хорошо. Как еще понянчилась с детьми. Как хорошо, Давидушки. Может, уснёт. Так он, смотрю, не думает засыпать. Ему прибалдел. Хочет сиську. Нету сиси, все? Нету сиси. Нету. Сися есть, но не пахнет да. молоком. Только ночью. Ночью мама ему дает. За как тянет тебя. А цепочку не порви. Не, не надо. Кушаем мороженку. Давидушенька спит. Кто-то кушает, а кто-то спит. Кстати, у нас дождик пошел. О. Офигеть. Я сейчас... Кто проснулся? Давида! Пальчик спрячь пузик, спрячь пузилу. Кто проснулся? Табак. Проснулся, зайка. Ставь туда. Приди воно на скатула, где... А то ногами ее вытаскивает. Ай, как хорошо. Зайчик. Коляска родная. Как хорошо у Галинки, да? Опали, мы покушали мороженое, уже сидим, отдыхаем. И торнаво, когда я упал. Как раз закончился. Да. Надо искать радугу. Какой цвет красивый, как понимаешь. Опа, куда хочешь? Куда хочешь? Ему нравится цвет, бьет в глаза ему. Все, мы покушали мороженое, расходимся по домам. Молодцы, что приехали, хоть немножко пообщались. Конечно. Погода классная. А теперь домой браться за работу. Ну ты дома будешь продолжать, да? Да, работу. Сладкий, иду кормить ребеночка, он уже проголодался. Хороший такой у них крепыш. Да? Любопытный, любознательный. Мороженое с нами кушал, так облиз. А так ему нравится, да, Озики? То же самое, латте, молоко. Да, да. Ничего, идем по домам. Пока-пока. Пока-пока.